Бизнес, правую руку поднимем, повторим, бизнес, бизнес. Это ответственность. Это ответственность. Это обязательство. Это обязательство. Бизнес, бизнес. Это не дружба. Это не дружба. Это не родственные отношения. Это не родственные отношения. Бизнес, бизнес. Это ответственность. Это ответственность. Вы понимаете, это очень настолько важная вещь. Если я делаю бизнес, я беру на себя ответственность перед сотрудником, перед партнером. Я должен своевременно делать свою ответственность. И никому не интересует, почему мне тяжело, почему не получается. Извини, не можешь делать, тогда, пожалуйста, скажи об этом, что я не по силам. Так что не бери то, что у тебя не по силам. Бизнес – это ответственность. Бизнес – это не отношения. Запомните мои слова. Где вы в бизнесе подходите как родственник или как друзья, вы много теряете. И, знаете, себя мучите, других замучите. И ничего хорошего от этого не выходит. Поэтому надо стараться, чтобы вот так не было. Что? Бизнес – это ответственность. Это не отношение, это ответственность. Это не родственные отношения. Бизнес – это обязательство. И надо выполнять свои обязательства. Перед партнером, перед клиентом. Клиент вам деньги платит, пожалуйста, делай так, чтобы больше, чтобы он был в восторге от того, что ты сделал. Это ответственность. Вы родственникам, друзьям можете сказать, ну давай завтра, давай послезавтра. А бизнес не должно быть такое. Надо научиться иметь бизнес-культуру. Почему в Европе, Америке бизнес идет правильно, а Азии нет? Почему? Почему? Не в одном. В одном мусульманских стран нет нормальной промышленности. Почему? Потому что они говорят одно, делают другое. С ними договариваешься так, пойдет и начинает тебе другое рассказывать. Утром разговаривал одно, вечером видишь, что он по-другому. Это какой-то такой-то непонятный вещь. Надо от себя начинать. Если вы учитесь у меня, ребята, начните от себя. Станьте серьезными ребятами. Станьте такими людьми, которые, знаете, с вами было удобно работать. Легче было работать с вами. Если с вами удобно работать и легче работать, значит, у тебя есть бизнес-культура. А когда у тебя есть бизнес-культура, и это все равно распространяется. И партнеры появятся, люди появятся. Понимаете, я начал себя очень жестко воспитать. Очень жестко. Куда бы ни лечу, люди мне куча бизнеса предлагают. Даже очень богатые люди мне предлагают. Я внимательно слушаю. Если у меня друг, который мне говорит, я хочу тебе купить, говорит, хотя бы 2000 машин, и отдам в Москве, открывай, компания говорит, такси. Он миллиардер. Я говорю, ты знаешь, я пока этим заниматься не хочу. Он мне говорит, давай я тебе 2000 машин куплю, дам, ты просто смотри на них. Просто у тебя, говорит, возможности есть, команда есть, офис есть. Я говорю, знаешь, ты вложишь, это же ответственность. Я не хочу такую ответственность. Я говорю, мы с тобой друзья, и если я вижу, что это мне необходимо, я тебе скажу. У меня есть люди, которые мне говорят, я хочу с тобой вложить 5 миллионов долларов, давай вместе работать. Я говорю, нет, подожди, если надо будет, скажу. Потому что это настолько важно, это ответственность, понимаете? Это очень важно понимать. 100 долларов или 5 миллионов – это одна и та же ответственность. Если ты точно не понимаешь эти вещи, не делай. Бизнес-мышление надо иметь. Бизнес-мышление делает вас сильным человеком. И люди сами найдут вас. Многие хотят с вами работать. Но если у вас нет бизнес-мышления, и вы вот утром один, обед другой, ведь завтра совсем другой. У вас нет четкий порядок. Да, иногда бывает, что что-то такое не получается. Иногда бывает заболевание, иногда форс-мажор. Но если ты меня хитришь, сам специально делаешь, извини меня, пожалуйста, это не судьба. Так? Да. Есть вещи, которые, да, от Аллаха зависят, от судьбы зависят. Я понимаю, здоровье подвел. Но есть вещи, которые, извини, можно же звонить, предупреждать, если даже заболел. Или нет? А вот это не судьба, телефон поднимать, позвонить. А вот посидит, обсудит, говорит, что не получается, это не судьба. Можно же нормально посидеть, поговорить. Так? Вот это очень важный момент. Научите себе бизнес-мышление. Тогда у вас будет порядок, дисциплина будет.